Приветствую вас на своем канале о вязании. Меня зовут Наталья. А сегодня хочу предложить вам мастер-класс. Покажу, как я закрываю резинку 2×2 иголочкой. Были несколько просьб от девочек показать мой вариант. У меня на канале есть подробный мастер-класс, как я закрываю резинку 1×1 иголочкой. Ссылочка будет в правом верхнем углу. И сегодня разберем, как закрывать резинку 2×2 иглой. Получается вот все очень аккуратно, симпатично. Таким образом я закрывала край рукава. И на втором рукаве хочу сегодня вам показать. Для начала нам нужно правильно расположить все петли, развернуть нужной стеночкой. Вот смотрите, лицевые петли у меня развернуты верно, вот таким образом. А изнаночные петли мне нужно будет все развернуть. То есть, чтобы они тоже развернуты были правой стеночкой к нам. Если у вас также, разверните все петли для начала. И дальше начнем закрывать. Развернула все петли, все у меня теперь расположено верно. Обстригла нить. Нить обстригайте подлиньше, чтобы вам хватило ниточки примерно в 4 оборота, если сделать по вашим петлям. Вдела в иголочку и начинаем закрывать. Закрывать будем с двух лицевых петель. Вот у меня первые две лицевые петли. Первую петлю, вот лицевая первая петля, мы справа налево в нее вводим иголочку, продеваем нить, петлю снимаем. А дальше на правой спице у меня изнаночная петля. Мы вводим в нее иголочку как бы изнутри. Вот таким образом изнутри вводим, продеваем нить и петлю эту снимаем. Эту манипуляцию мы сделали один раз. Теперь будем повторять манипуляции, то есть 4 движения нам нужно будет запомнить. С чего начинаем? Сначала нам нужно соединять лицевые петли. Вот идет лицевая дорожка, и на спице у нас вот она, лицевая дорожка. Поддеваем левую стеночку от снятой лицевой, вот так справа, поддели. И вводим лицевую петлю на спице. Продеваем нить, петлю снимаем. Теперь вот здесь с изнанки смотрим. Идет лицевая петля. Вот она. Находим крайнюю, последнюю вот эту дужку, две дужки. Левую поддеваем. Вот таким образом поддели. И изнаночная петля у нас, которая на спице, мы в нее вводим иголочку изнутри. Петлю эту оставляем на спице. Продеваем нить, подтягиваем. Дальше нужно соединить снова две лицевые. Вот она, крайняя дужка. Так, сейчас хорошо подтяну. Вот она, крайняя дужка левая. И лицевая петля, которая на спице. Продеваем. Если сейчас что-то непонятно было, мы еще раз с вами повторим, закрепим. Продели. И последняя, третья манипуляция. Вводим иголочку в изнаночную петлю. Вот так справа петлю снимаем. А во вторую изнаночную изнутри слева. Продеваем нить. И эти две петли тоже снимаем. Давайте еще раз повторим. Возможно, что-то было непонятно. Итак, для начала нам нужно соединить лицевые петли. Вводим в левую дужку, которая петля у нас уже снятая, лицевая, и в лицевую петлю на спице. Петлю снимаем, протягиваем нить. Дальше. С изнанки у нас идет лицевая петля. Вот она крайняя. Мы подхватываем справа вот эту вот крайнюю дужку, а в изнаночную петлю на спице изнутри вводим иголочку, петлю пока оставляем на спице. Дальше снова лицевые нам нужно соединить. Вот она идет лицевая дорожка, вот она у нас дужка левая крайняя. С лицевой петлей на спице мы соединяем, протягиваем нить. Третья манипуляция. И четвертое, вводим в изнаночную петлю иголочку справа, а во вторую петлю изнаночную
слева изнутри. Четвертая манипуляция. Две петли снимаем. Вот оно пошло закрытие. Давайте еще раз покажу. Соединяем две лицевые петли. Подхватили дужку, соединили с петлей лицевой на спице, петлю сняли, продели нить. С изнаночной стороны лицевая дорожка, крайняя дужка, справа ввели иголочку, а в изнаночную петлю изнутри слева. Продели нить, все подтянули. Снова две лицевые, вот она идет, крайняя дужка, и с лицевой петлей на спице. Соединили. Изнаночные петли справа ввели в первую петлю иголочку, а изнутри слева во вторую. Соединили. Две петли сняли. И таким образом, вот оно пошло закрытие, закрываем петли до конца. Мне осталось прошить 2 петли, то есть лицевая и изнаночная у меня тут остались. Соединяю также 2 лицевые и 2 изнаночные. Все как мы делали пока. Так, спицы можно убрать. И еще 2 манипуляции у нас остались. Так, вот она ниточка, вот идет лицевая петля. Мы должны соединить левую дужку вот от этой лицевой петли и правую дужку, первую, тут нужно поддеть, вот она, от второй. Соединяем, подтягиваем, и также с изнанки изнаночные петли. Так, сейчас посмотрим. Вот они, эти петли, также мы их вместе соединяем, подтягиваем. Все, переход красивый, вот такой край у нас получился. На этом мастер-класс буду заканчивать, надеюсь, что он был вам понятен и полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще очень много всего интересного и полезного будем с вами вязать. Всем до новых встреч, пока-пока!